Доброе время суток, перед вами часы Luminox 0201. Это четвертое видео по часам Luminox у меня на канале. Кто не смотрел первые три, советую смотреть все по порядку, потому что в каждом видео я рассказываю что-то, что не рассказывал в предыдущем. Ну, кому это интересно, плюс кто хочет сравнить часы, кто хочет просто посмотреть, как эти часы выглядят вблизи на руке, то можете ничего больше не смотреть, только это видео полистать, здесь все найдете. Вот, в комплекте идет такая коробочка, как всегда, значит, бирка с названием модели 0201SL. Это убираем в сторону, ничего интересного. Вернемся к самим часам. Часы, как я уже сказал, имеют маркировку 0201, значит, серия 0200. Опять же, чем отличаются часы в этой серии? Оформлением, цветом. Безеля, цифр, стрелок, так далее. Точно не скажу, насколько много моделей в этой серии, но есть разные варианты расцветки, можете посмотреть, поискать. Красные точно популярны, вот помимо этих, ну, классический вариант, классическая расцветка, черно-белая. По традиции будем сравнивать текущую модель с моделью из предыдущего видео. В данном случае это модель 8801, серия 8800 и, соответственно, 0200, которую мы рассматриваем. Сразу что хочется сказать, обе эти модели относятся к коллекции Land, то есть часы эти для суши. Разные, соответственно, серии, есть какие-то особенности. Вот, ну, что еще, по размеру они примерно одинаковые, как мы смотрели ранее, серия 8800 схожа по габаритам примерно с серией 3050, которая относится к коллекции Sia. Ну, и здесь, соответственно, будем сравнивать. Давайте посмотрим сразу размер часов, чтобы к этому не возвращаться. Данные часы я уже измерял в прошлом видео, но тем не менее, я сам на память не помню. Плюс, чтобы было что сравнить, чтобы не возвращаться к предыдущему видео. 48 мм вместе с головкой 8801 и 44 без головки. Далее, вот эти часы. Смотрим. 49 мм вместе с головкой. Ну, здесь вот немножко сложно измерить, почему, если по кругу измерять это одно, но тут вот еще есть такие вот уголки, видите, не знаю, есть ли смысл по ним измерять. Ну, давайте и так попробуем, осмотрим. Так у нас будет 43 миллиметра, а если по вот этим вот уголкам, то получается 49 также. То есть по размеру они практически не отличаются. По толщине, мне кажется, даже эти побольше. Сейчас посмотрим. Здесь 1 и 2. А здесь у нас 1 и 4. Ну вот. Ну, здесь достаточно. Здесь заметно, что эти часы потолще. Понятно. Так что по размеру эти часы не самые маленькие из серии Luminox. Но теперь давайте поговорим конкретно об этой модели, об ее особенностях. Что это, для кого она нужна, кому она больше подойдет и так далее. Так, эти часы 8800 мы запомнили, как они выглядят, что они из себя представляют. Я их убираю, потому что они не являются главным героем данного видео, главный герой у нас один. Давайте поговорим конкретно об этой модели. Что здесь стоит отметить? Значит, в первую очередь, это, если я не ошибаюсь, практически самые дешевые часы из всех люминоксов вообще. То есть линейка 0200 – это самые их небюджетные модели. То есть, если даже сравнивать с теми же 8800, 3050 и так далее, плюс там модели с нейлоновыми ремешками, вот эти часы будут на несколько тысяч дешевле. Если вы там определенную сумму хотите потратить и не хотите тратить больше, то это хороший повод купить именно такую модель.
Вот, поэтому, потому что переплатить всегда можно, платите на 2000 больше, получаете одну модель, потом думаете еще 2000 переплатить, еще другую получить, еще 5000, еще другую. В итоге, да, доходите уже 1000 до 20, а тут, казалось бы, можно было купить и за 10, например. Ну, вот эти часы, они стоят, наверное, ну, 1000 за 10, их, мне кажется, можно купить, заказать где-то. В России, может, чуть-чуть подороже, если там из Штатов или еще откуда-то, то в пределах 10, может быть, можно. Но цены меняются, плюс модели там где-то перестают продаваться, где-то появляются, поэтому я точно не скажу, за сколько их можно сейчас купить. Но факт в том, что цена более-менее привлекательная. Далее, почему они дешевле? Давайте посмотрим, что здесь вообще отличается. Ну, по дизайну, в принципе, как бы здесь же ничего не удешевляли. Тот же самый карбон, то же самое минеральное стекло, тоже безель такой неплохой, достаточно удобный, вращающийся в одном направлении. Дизайном они отличаются. Вот, ну, по дизайну, ладно, пока оставим момент и говорим. Почему они дешевле? Ремешок. Ну, ремешок как ремешок. Здесь, видите, такой вот широкий язычок. В принципе, ну, нормально. Ремешок такой же, в принципе, так, другой формы. Вот, реально, по отличиям остается, что водонепроницаемость 100 метров вместо 200. Ну, большинству, конечно, и 100 метров будет достаточно. Ну, понятно, что это нереально, и 100 метров на 100 метров нырять не нужно. Но все равно это достаточно... неплохая водонепроницаемость, вполне в большинстве случаев будет достаточно. Далее, что еще? Ну, это практически все, если честно. Что еще можно отметить? По тритиевой маркировке. Давайте опять вернемся где-нибудь. Так. Вот. Как видите, на этих всех моделях тритиевые колбы на каждом часе. Вот это во-первых. Во-вторых, на безеле тоже тритиевая отметка. Понятно. Теперь смотрим здесь. Вот эти большие цифры, они вроде, казалось бы, может быть, кто-то думает, что они тритиевые, как классно, но нет. Они не тритиевые, они просто... ну, типа фосфорные. Вот. А тритиевых колб, их, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Это раз и два. Тритиевая точка, она тоже... точка на безеле, она тоже не тритиевая, она тоже фосфорная. Вообще, когда заходишь со света сразу в темноту, они классно смотрятся. На самом деле, вот эти цифры очень такие яркие, вообще зеленые, здорово. Но со временем, конечно, они перестанут светиться, останутся только тритиевые точки. То есть 6 точек и 2 стрелки. Секундная тоже без отметки. Но это как бы такие нюансы, не факт, что прям они для кого-то очень значимые, но как бы такое легкое удешевление все же, наверное, в этом плане можно наблюдать. Не знаю, насколько дорого стоит вот этот вот тритий для люминоксов вообще. Может быть, здесь просто как-то это сделано почему-то. Вот, но отметить стоит такой момент. Ну и, в принципе, наверное, все. 100 метров и меньше тритиевых точек. Но это, что я заметил, больше я ничего тут не могу заметить. Видите, дата, окошко с датой также есть. Дата меняется. Далее... меняется время. Задняя крышка уже прямоугольная, не прямоугольная, ну, не круглая, так скажем, с прямыми линиями. Вот задняя крышка, то есть немножко часы выполнены по-другому, все же отличаются от привычных нам моделей до этого, которые мы смотрели. Опять же, корпус здесь выполнен тоже с такими вот уголками. Ну, к чему это все говорю? Наверное, ни к чему, просто кто на что обращает внимание в часах, кто-то посмотрит, скажет, блин, мне так нравится, что здесь вот такие вот углы, и вообще хочу именно такие часы.
Может быть, кому-то, может, они не понравятся, а кто-то, может быть, скажет, да мне все равно, что там вот эти 8800, либо 0200, вообще они для меня одинаковые. Но эти стоят дешевле, я возьму эти. Далее, что об этих часах говорит Luminox? Примерно то же самое, что и про 8800 из соответствующей коллекции Land. Luminox говорит, что эти часы подойдут для активного образа жизни и спорта, и что это надежные часы, на которые вы можете положиться и использовать их всегда, везде. Вот такая вот концепция, такое вот описание к этим часам. Ну, в принципе, для этого они используются. Да, от себя хочу сказать, что, наверное, эти часы для спорта, ну, хорошо подходят. Для спорта именно, вообще они как-то такие, именно, наверное, более спортивные часы, что ли. Вот если сравнивать с предыдущими люминоксами, те все же более именно для какого-то активного образа жизни, а эти более спортивные. Ну, хотя, как бы это все относительно. Вот так они выглядят на руке. Сравнивайте, если выбираете часы, сравнивайте с предыдущими видео аналогичных моделей, которые чуть-чуть дороже. Там я тоже показывал, как они выглядят на руке. И смотрите, что вам больше нравится, что не нравится. Но с другой стороны, как я говорил ранее, Luminox — это часы, которые вы берете не для того, чтобы понтоваться. Это часы, которые вы берете для себя и на которые вы можете положиться. Поэтому в очередной раз, возвращаясь к стоимости всех моделей Luminox, если вы просто хотите, вот именно, да, хочу Luminox, чтобы я мог в них делать там то-то, 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 и как бы денег особо не тратить, то берете такую модель. Вот. Это как довод. Ну, и кому-то она, может быть, просто больше нравится. То есть даже, например, вы сравниваетесь, опять же, с этими часами, и вам больше нравится это, так они еще и дешевле, и вообще, зачем тогда эти нужны, стоит их выбрасываем, вот, и берем эти. Вот, так что выбирайте сами. Еще раз показываю часы поближе. Кто что хотел, опять же, тот, кто увидел на этом видео. Думаю, я их со всех сторон показал. Все, что мог, рассказал. Что забыл рассказать, пожалуйста, спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях. Какое-то свое мнение выражайте по поводу этой и других моделей и применения их какого-то, для чего они, на ваш взгляд, больше подходят. Ну, нормальные, хорошие часы за разумную стоимость, в принципе, такой вот вердикт вынесем. Ну, на этом, пожалуй, все. Смотрите другие мои видео, позже будет еще видео про часы различные, еще про всякие штуки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго!